Здравствуйте, дорогие друзья. Извините меня, что я надолго задержалась с поздравлением с новым 2020 годом. Дело в том, что у нас 3 дня не было интернета, и выйти как бы поздравить вас было не было никакой возможности. Поэтому, говорят, лучше поздно, чем никогда. Хочу поздравить вас всех с Новым годом, пожелать здоровье – это самое главное в нашей жизни, а все остальное приложится. Приложатся успехи, приложатся деньги, приложатся какие-то дела на поприще YouTube или на поприще еще чего-то. Главное – здоровье, а также здоровье вашим близким, вашим внукам, детям, мужу, жене, всем благ. И хочу пожелать, чтобы этот 2020 год был лучше, чем предыдущие года, чтобы радовали нас только хорошие новости, никаких плохих новостей нам бы не передавали, и было бы все хорошо. Ну, конечно, этого ждать не приходится, но, как говорится, самые хорошие новости – это отсутствие новостей, хотя бы вот так вот. До свидания, всего вам доброго. С вами была Бабка Пчеловодка.